Девушка, будьте любезны. Вы только пришли, совесть надо иметь. Да, ребят, действительно, вы уж что-то слишком многого захотели. Я вот полтора часа жду. Между прочим, кофе надо пить дома, а не по ресторанам ходить. Это правильно, дома лучше. Сережа, пойдем отсюда. Ну, я тебя очень прошу. Как это все просто делается? Он написал гневную гражданскую статью. А дело, оказывается, всего-навсего в личной обиде. Вы знаете, вы правы. Дело все в личной обиде. Меня, как, впрочем, и многих посетителей, очень обидели в вашем ресторане. А ведь как, в общем, было бы прекрасно, если бы в кафе, в ресторанах каждого человека встречали бы улыбкой? Далась вам эта улыбка. Вот я за границей был. Так там, пожалуйста, всюду улыбаются. И в кафе, и в магазинах. Ну и что, это плохо? А вы вдумайтесь, что это за улыбка? Она что, вам от души улыбается? Это официантка или продавец? Она же вам за деньги улыбается. Да, я хочу, чтобы наша советская официантка улыбалась. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать.